Недавно отсняли сцены с Уной и Фахри, гадалка. Она опять к ней ходила. Ах и Факат, длинные ведь руки у тебя. Суну ждет такой же черед, что и мать Кая, Нюкит. Суна будет проходить лечение в психиатрической больнице. Как вам такие новости? Напишите. Как топорно-сценарист пишет линии героев, слов нет. Линия не раскрыта, Кай Сун вообще никак. Их как мужа и жены, и также по отдельности их как персов. Понятно только, что Суну ведут к одержимости ферий. В этой серии было несколько эпизодов, указывающих на эту одержимость. Но все так топорно. Кая эмпат, он на раз, два считывает перса любого, какие на самом деле им движут действия. Суни озвучил ее действия по отношению к Фере, поэтому попал четко по больному. Почему так повели линию Суны к сумасшествию? Хазе, что ждать от продюсера, бабки и лысого? Не умеют турки делать качественный кинематограф? Если взялись за психдраму, то персов надо раскрывать по полной, а не ломано. Там надергали, здесь вставили что попало, постепенно подводить, раскрывать причины, почему то или иное действие привело к определенной ситуации, чтобы была понятна картина увиденного, а нам что показывают? По сути ничего. Пустые сюжеты, нераскрытые линии, диалоги, не несущие смысловой нагрузки и так далее. Съемки идут в загородном доме в Шиле. На съемках Мерта и Афра. Гюльгюн простит Архана. В особняке тоже не останутся жить. Будут жить в доме Гюльгюн. В машине, когда Ферит подвозит, Сиран будет поцелуй. Недавно актриса Бучи Бусик и Хроман заявила, что не собирается покидать любимый многими сериал. Ее менеджер Джем Татлытук даже вступил в борьбу с Ануром Гювинатамом, настаивая на том, чтобы Бучи продолжила играть Пелин и в третьем сезоне. Но в 58-м эпизоде создатели как будто подсказали, что у Пелин нет шансов на выздоровление. Слухи говорят, что из-за критики в адрес сценаристов было решено убрать персонаж Бучи из сериала, включая героическую смерть Пелин и ее ребенка. Видимо, вопрос решили за счет щедрой компенсации и актрисе, и ее агентству. Тем не менее, для зрителей все еще сохраняется интрига, ведь в сериале только намекнули на трагическую участь Пелин в больнице. Сценаристы пока что избегают тему похорон Пелин, держа всех в неведении о судьбе персонажа Бучи Бусик и Хроман. И хотя есть шанс на чудо и выздоровление Пелин, возможно, ее персонаж отправится в Лондон и о ней больше не упомянут. Но, скорее всего, в 59-м эпизоде нас ждет прощание с Пелин, и история Пелфер закончится раз и навсегда. А вы как думаете, Пелин удастся выжить, или ее линия действительно исчерпала себя? И если Пелин все же останется жива, что ждет ее дальше? Появился такой спойлер. Пелин станет лучше, и она уедет за границу. К касту «Зимородка» присоединится еще один актер. Идут кастинги на роль отца Пелин Йылмаз. Появились новости о том, что у команды есть планы на съемки в «Мармарисе».